Еще большой привет вы на канале УПС Катитин Басик. И сегодня я открываю ответный подарок от моей лучшей подруги. Также она ведет канал вместе со своей сестрой. Я попрошу вас подписаться вот на этот канал. Если я буду редактировать видео, оставлю, как он называется. И также я оставлю, постараюсь оставить ссылку в описании, как она открывает мой подарок. И вот так выглядит ее подарок. Да, знаю, он помялся, поскольку мы обменялись подарками в школе. Вот он полностью заклеен скотчем. Здесь есть правила игры. Первое, это открывать аккуратно. Хорошо, я постараюсь радоваться, но это, конечно, и я тебя люблю. Ну, как подругу. И я ее тоже люблю как подругу. Давайте попробуем уже открывать. Я не обещаю прям открыть аккуратно, но я очень надеюсь, что у меня получится как минимум ничего не сломать. Так, я даже не знаю, что там, ребята. Поэтому не буду обещать ничего. Давайте смотреть. Так, сейчас я немножко приоткрою и вернусь к вам. Так. Вот тут начинаю уже открывать. Так. Такое чувство, как будто распаковываю посылку. Она так хорошо упакована. Так, ребятки, я открыла верхнюю часть. Вот сделала небольшой надрезик. Ух ты! Боже мой, посмотрите! Офигеть. Ух ты. Давайте достанем все. Первое, это ткань. Здесь есть игрушка. Все очень интересно сделано. Очень ценный груз, потому что тяжеленькая. Еще ткань. А потом для личного дневника что-то. Для тебя. Бумажный груз. Наклейки бумажные, потом ценный груз. Котик счастья, котик счастья, боже мой, котик счастья. И тут еще какая-то бумажка. Здесь написано. Кошуля. Так мило. Сейчас я посчитаю, сколько тут всего, и продолжим. Вот все подарочки. Давайте начнем открывать. Начинаю, наверное, вот с этого. Здесь ткань. Я думаю, может быть, что-то пригодится для басютки. А кто не знает, кто такой Басютка, это мой Басик. Боже мой, сколько всего. Так. Это все так необычно. Сколько тут слоев. Так, здесь вот такая лента. Вау. Посмотрите. Cotton Box. Круто. Я ее приклею, наверное, в личный дневник куда-то. Так, давайте откроем вот такой маленький для личного дневничка что-то тут. Даже боюсь отрезать. Ну, в общем-то, давайте вот так сделаем. Ой, фух, посмотрите. Я боялась, что я их обрежу. Вот такие вот махонькие пайеточки. Они очень блестящие. Ой, это очень миленько. Так, вот сюда их давайте положим. Круто. Давайте откроем пакетик. Здесь наклейки бумажные. Это уже стоит резать очень аккуратно. Так. Ух ты! Ух ты! Кексики! Крутяк! Посмотрите, они вообще цветные. Круто! Все, я завожу новый личный дневник. Ребята, я завожу новый личный дневник. Так, давайте откроем бумажный груз. Тут еще что-то есть. Я все так боюсь открывать. Это так мило, ребятки. Мне никогда еще таких подарков никто не делал. Вот это мне уже очень нравится. Ой. Ух ты, посмотрите, какая наклеечка. Это вот такая Винкс. Это, по-моему, Блум. Или нет, я плохо помню, но она очень классная, тоже для личного дневничка. Вот так выглядят пока что все подарки. Кстати, сколько всего у нас, я забыла. 5, 10 и одна бумажечка. Давайте откроем... Нет, ценный груз, это на потом. Вот эта ткань. Какую-то еще ткань. Так, вот мне уже что-то видится. Ух ты, это еще ленточки. Крутяк, посмотрите, сколько много лент. Вот такая вот, и вот такая, тоже для личного дневника. Такая фиолетовая классная и розовенькая. Очень классно. Откроем очень ценный груз. Не знаю, что там. Давайте вот так перемешаю, потом не буду не глядя смотреть. Ой, не глядя брать. Так.
Прости, что я режу вот так. Если ты смотришь это видео, а ты точно смотришь это видео, то извини, пожалуйста. Может быть, это конфетка? У меня что-то круглое. Ух ты, попрыгунчик. Вау, посмотрите. У него такие тона интересные. Он очень классно прыгает. На самом деле у меня был похожий, но он был настолько старый, что он рассыпался. Очень мило, прикольно, классно. Так, давайте я перемешаем. Вот это откроем. Очень ценный груз. Нет, давайте это на потом, я прям боюсь. Давайте для тебя. А, вот еще одна. Я такой думаю, чтоб был уже котик еще. Так. Камера, терпи, пожалуйста. Так. Все так запаковано, боже мой. Крутяк. Ребята, это вот такая вот милая, ну, какая-то, ну, на кофточку можно прицепить. Вот, посмотрите. Также она открывается. И туда... Ой! Две наклеечки. Офигеть, я их положу в личный дневник. Это, ребята, подарки на нашу годовщину. Годовщина, это значит, сколько мы с ней дружим. И дружим мы с ней ровно год. Боже мой, это так мило. Посмотрите. Классно, давайте откроем вот это. Откроем вот это. Здесь какая-то игрушка. Не могу сказать точно, что это. Никогда, ну, я вообще не знаю, что здесь, если честно. Так, сейчас я немножко ее приоткрою и вернусь к вам. Вот так. О, мне сказали пятикратный, но не очень получается. Я знаю, кто это Мишка. Посмотрите, какой классный. Такой большой прям кажется. Вот такой классный мишка из киндер-сюрприза. Но он чуть не разбирается, наверное. Вот, он такой большой, такой миленький. Будет у меня на столе стоять, наверное, махать мне ручкой. Очень классно. Так, давайте его сюда поставим. И давайте откроем котик счастья. Я прям боюсь, я потому что очень люблю котиков. Я ей дарила цветочек счастья. Она... Итак, еще раз повторю, здесь котик счастья. Давай же его наконец-то откроем. Я ей дарила цветочки, я так, ну, прям вот, не знаю, что за котик. Ой, типа-тип! Посмотрите, какая маленькая прелесть. Это все игрушки из киндер, это такая миленькая рыженькая кошечка. Боже мой, прям вот, посмотрите, есть разница, да, ребята? Очень классно, спасибо большое. И тут самый ценный груз. Тут что-то по кругу, может это резиночка. Ну, даже не знаю. Ценный или ценный, скорее всего, да, груз. О, о, я чуть его не порезала. Вот это такой браслет. Ой, там что-то написано. Блин, главное это не сломать. Ух, ух ты. Офигеть. Офигеть. Как так? Хорошо, что я его... Ну, ничего с ним. Вот так это выглядит. Это очень мило. Посмотрите. Я его теперь буду всегда носить. Давайте посмотрим, что это такое. Это что-то... Браслет дружбы. Классно. Я его обязательно буду носить в школу. Сейчас я разрежу пачку и покажу вам. Вот. Браслет дружбы. Так запаковано интересно. Вот так. Тоже так вот выглядели все подарки. Они мне все безумно понравились. Спасибо тебе большое. Я тебя очень люблю как подругу. И, в общем-то, на этом все. Обязательно подпишитесь на их канал. Давайте наберем хотя бы 20 подписчиков. Опять-таки, говорю, постараюсь оставить ссылочку в описании. И вот здесь, если же я буду редактировать, оставлю еще раз вам название канала и заставочку. Спасибо тебе большое, мне все очень понравилось. Наверное, на этом все. Всем пока-пока.